Да, все на море видели вот эту семью. На них смотришь, и сколько детей, муж вот столько раз трахался. Видели? Потом присматриваешься к детям, и, возможно, на один раз меньше даже. Вот. А жена вот эта, которая с моря выходит и сиськи выжимает. Видели? У нее лямку от лифчика из-за складок не видно, она вот такая. У нее купальник сполз, ты смотришь и не понимаешь, он на месте или сполз, вот такой. Мне кажется, они на море приезжают не купаться, а за шляпами, вот такие они. У них даже дети пиво пьют, видели? Ну, попей чуть-чуть, что сейчас за водой идти? Попей. Истерика. Они еще всегда говорят, мы у этих уже третий раз живем. Такие хорошие, мы с ними дружим, они классные, все хорошо. И вот я подумал, они счастливы, вот такая семья? Просто я ни разу не видел, чтобы кто-то на них смотрел и такой, а что еще надо? Соточка в деревушке, нормально. В машине вместо поликов линолеум, нормально. Дети рыжие все до одного. Я подумал, что мы, когда детьми были, мы не ценили ничего. Помните, пришел и Гарри Поттера смотришь, просто все. Я вот смотрел Гарри Поттера и подумал, неужели непонятно, что Слизерину уебать надо оттуда? Там же все злые, все злодеи, все там. Даже дети-убийцы там. Ну, типа, пусть будут, да? Пускай. И мне кажется, что они из-за Дамблдора такие. В цвет же Дамблдор Гриффиндор больше любил, даже? Прям не скрывал, он им очки накидывал там нормально. У него в телефоне номера записаны Гриффиндор и сердечки, и Слизерин МТС, стопудово. Еще же Пуффендуй был, помните? Вот их жалко вообще. Хоть один крутой там был кто-нибудь, хоть один хотя бы. Они же массовка просто. Пуффендуй — это вот Г-класс, знаете? Г-класс. Там новенькие вот эти двоечники, а одного в ШИ нашли у кого-то там. Пуффендуй — это вот одноклассники, которых ты не запомнил. Вот эти, знаете, через 10 лет где-то увидел, это кто-то был там, бля. Ну, если он поздоровается, я тоже поздороваюсь, давай, пожалуйста. Да, ну, раньше лучше было даже. Вот раньше дети хотя бы не мерились деньгами даже. Вот нам же ничего не нужно было. Семечку одну в кармане нашел, погрыз, кайф, все. Пофиг, что она постирана даже уже. Она мягкая уже, мерзкая. Пьяный сосед 100 рублей дал, вся братва кайфует. Помните все? Бутылку в велосипед засунул в колеса, у тебя мотоцикл теперь вот этот. Помните сухарики? Вот сухарики ты, концовку вот эту, как вы за нее боролись? Песок вот этот в конце, помните? А нам же стареть придется, даже сейчас бабушками, дедушками становиться. Видели все вот эту бабушку вот с такой собакой? Мне кажется, у них одна челюсть на двоих вообще. По очереди носит. Бабушка ей челюсть дает, когда собаке покушать. Надо, типа, найди. Покушай. А там еще собака такая, ты на нее сдалека смотришь, у тебя уже лишай. И она еще старая очень, она как будто старее бабушки. Они с виду выглядят, как будто собаке бабушку подарили. Вот так они выглядят. А это... Собаки, бабушки. А эта собака, она же еще, ну, у нее 5 лаев в один сливаются, знаете? Как будто счетчик Гейгера просто радиацию ищет. И нашла. Вот. Они им еще такие имена дают всегда. Видели вот эту картину? Люся! 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 Люся!
Люся! Люся! Люся! Люся! Люсь! А Люсю ебут. Очень люблю новые вещи. Знаете, iPhone купил и думаешь, я его даже на стол не положу никогда. Я его как варежки вот так через веревку сделаю, через куртку, чтобы он не упал. Я только на добрые имена звонить буду, на добрые номера. Маме буду только, на папе не буду я звонить папе. Ты думаешь, я его год в идеальном состоянии продержу вот так, он у меня будет идеальный. Через год продам и 15-й куплю, нормально, да. И через год смотришь, у тебя три детали в руке просто. Он у тебя в чехле, чтобы не рассыпался просто. Ты его на стол не кладешь, чтобы он стол не поцарапал уже. Он у тебя в кармане с ключами ключи царапает. Он уже вот такой уже у тебя. Ты еще сначала думаешь, я только оригинальной зарядкой буду заряжать. Только оригинальной я буду, и все. Потом просто провода в него суешь любые просто. В такси, знаете, вот эта зарядка многогранная. Пофиг, андроидовская, заряжу нормально. Все, друзья, всем спасибо.